Тишка! Тишка! Какая рожа? А чего голову не чесал? Никак с ней, Антон Антонович, я чесал. И рожу не мыл? Никак нет, мыл. Как есть мыл. Как изволили приказать, чтобы мыть, так завсегда мою. Колокольчик немец принес? Принес, сударня. Он его принес. Подай сюда. Слушаюсь. Ну, теперь слушай. А, да ты ведь глуп, ты ведь ничего не поймешь. Помилуйте, сударня, а чего же не понять? Я, милости вашей, все понимаю. А коли приедет дама, ты звони два раза. Слушаюсь. А коли господин ударь один раз? Слушаюсь. Коли так какая-нибудь дама или женщина, не звонить? Можно-с. А коли магазинчик или купец какой, тоже не звонить? И это, Анна Антоновна, можно. Понял. Я понял, сударня, я очень напонял. А докладывать ходить уж не прикажете. Как не докладывать? Нет, непременно докладывать. Так теперь прикажете доложить, а потом звон сделать. Ой, эдакий дурак, а ведь вот дурак-то. Но как же это можно? Ой, глупая ты рожа. Чтоб сперва звонить, потом доложить. Слушаюсь. Ну, лезь, прибивай. Повыше. Повыше тебе говорю. Стой, стой, куда? Ниже. Ниже. Выше. Ниже. Ах ты, боже мой, да что ты, дурак, русского языка не понимаешь? Помилочка, как не понимать? Я понимаю. Я очень на сударня понимаю. Что ты там болтаешь? Я, сударня, на тот счет. Как вы изволите говорить, что я не понимаю, то я, сударня, очень понимаю. Что ж, ты прибьешь или нет? Как Машка барни приказать изволите? Ах, боже мой, да тут никакого терпения не хватит! Ух ты, пьян! Помилосердуйте, я только, сударня, о том докладываю, как вы изволите говорить, что я не понимаю, а я очень на сударня милости вашей понимаю. Разбойник, ты со мной шутку шутишь, что ли? Что ж ты нарочно туда влез? Разговоры вести? Прибивай! Где, милости ваши? Прибивай, разбойник, куда хочешь прибивай! Ну, постой, постой, пьяная бутылка. О, дай мне срок, это тебе даром не пройдет. Я понимаю. Очень-то, матушка, барыня. Он тебя шею сломит. Помилуйте, никак нет. Что это? Что вы делаете? Ничего не делаем. А вот Тишка опять пьян. Пьян? Да. Волю вашей, Петр Константинович, он с кругу спился. Помилуйте, батюшка, Петр Константинович, изволят говорить пьян. Чем я пьян? Кабы я был пьян, где бы мне с эдакой махиницей свалиться, вот на ноги стать. Стал, сударь, гвоздь вгонять. Обмахнулся, меня эдаким манером и вернуло. Вернуло тебе, вернуло. Пошел, болван, в свое место. Разумеется, пьян. Да что тут за возня-то у вас? Колокольчик навешивали. Еще колокольчик? Где? Что такое? Что это здесь, в гостиной? Да. Да что здесь, на Бадбить? Нынче везде так. Да помилуйте, ведь это глупость. Ведь это черт знает, что такое. А, да что говорить-то? Тут человеческого смысла нет. Тебе так всякий раз себе язык прикусишь. И помните, батюшка, пустяки выдумывать. И от чего ж тут язык прикусить? Пожалуйста, уж оставьте меня. Я лучше вашего знаю, как дом поставить. Петр Константинович, надо будет вечеринку дать. Вечеринку? Какую вечеринку?
О какой вечеринке вы говорите? Обыкновенно какой, будто не знаете. Ну, балик, что ли. Вроде как на медне было. Да ведь вы же мне говорили, что вот последнее будет, что больше уж не будет. Нельзя, Петр Константинович, совсем нельзя. Приличие, свет того требует. Хорош ваш сахар, свет требует. Да как же, провались он в преисподнюю. Требует. У кого? У меня, что ли, требует? Полно вам, сударыня, ягозить. Что это вы? Как умом рехнулись? Я рехнулась. Даш, вытащили меня в Москву. Пошли затеи. Балы-то балы. Денежная трата всякая. Знакомство. Суетня. Стукотня. Дом мой поставили вверх дном. Моего казачка Петрушку. Мальчик хороший был. Сорока я дели. Вон, этого дурака Тишку, пошмашника. Произвели в швейцары. Надели на него япончу какую-то. Колоколов навесили. Звон такой идет по всему дому. Разумеется, звон. Я говорю вам, у всех людей так. Матушка, у людей дури много. Всего не переймете. Ну что вы тут наставили? Какую кружку? Какое благо собираете? Это визитные карточки. Поголовный список тараторок, болтунов. Это визитные карточки. Простошатаек. Побродяг всесветных, людей, которые как бухарцы какие, слоняются из дома в дом и таскают сор всякой, только не на сапогах, а на языке. Это светские люди. Да-с. И смех, и горе. Нет, горе. Да что вы, Петр Константинович, судите да рядите? Вы ведь и свету не знаете. И знать его не хочу. Ведь вы век целый торчали в Стрешневе. Торчал, матушка, торчал. Не вам жаловаться на мое торчание. Балики-то даете. Ну, это, сударь, ваш долг. Балу-то давать. Ваша обязанность. Балу-то давать. У вас дочь невеста. Сживать людей. Сюда, сюда. Да куда, фу ты. И они же, благодетели, наедут, объедят, обопьют и на жена смех поднимут. Так с мужиками толковать лучше. Лучше. Когда с мужиком толкуешь, так или мне польза, или ему, а иное дело обоим. А от вашего звона кому польза? Ну, нельзя же все для пользы жить. Нельзя? Надо. Мы не нищие. Так будем нищие. Да что с вами говорить? А вам бы только вот забиться в захолустье, да там и гнить в болоте с какими-нибудь чудаками. Матушка, такие же чудаки, как и мы. Ну ж, не знаю. Понатерпелась я от них муки на прошедшем нашем бале. Ваша Степанида Петровна, ведь такой чепец себе взбрякала. Сама-то толстая, сидит на диване, что ведь на самую середину забилась. Как взгляну, так мне сердце-то и щемит, так и щемит. Что ж, она прилично была одета. Она женщина хорошая. Да что в том, сударь, что она хорошая? Об этом не спрашивают. Прилично. Да вот об ней всякой спрашивал, кто, говорит, такая? Просто я бы взяла и сквозь землю провалилась. А что ж худого, что спрашивают, кто такая? Я тут худого не вижу. А вот что худо. Девочка молоденькая, чему она учится? Что слышит? Выйдет в 12 часу из спальни, пойдет визитной карточки вертеть. Вот тебе и занятие. Потом гонять по городу, там в театр, там на бал. Ну что это за жизнь? К чему вы ее готовите? Чему учите? Вертушкой быть? Шоремор и команду портеву. Так как же ее, по-вашему, воспитывать надо? Чему учить? Делу, сударыня, порядку. Так возьмите немцу. В своем доме занятие. Чухонку. Экономии. Экономку, шлюху. Помилосердуйте, сударыня. Что? Правда, глаза-то колет. То-то. Вы скажите-ка мне решительно, вы хотите дать вечеринку или нет? Не хочу. Ну, так я на свои деньги дам. Свое состояние имею. Давайте, я вам не укажу. По вашим капризам не сидеть же девочки в углу без кавалеров. Вам бы только вот, чтобы расходу не было. А без расходов, сударь мой, девочку замуж не отдашь. Вон она. Экая гиря в голову села. Без расходов девочку замуж не отдашь, сударыня. Когда знают, что девочка скромная, дома хорошая, да еще приданное есть, так порядочный человек и так женится.
А с расходами до свадебачения вашим так отдашь, что после наплачешься. Так, по-вашему, и упечь ее за какого-нибудь деревенского чучела? Да не за чучело, сударь, не за человека солидного. Да, чтоб солидный человек ее в деревне и уморил. Уж вы насильно отдайте. Свяжите по рукам, по ногам. Переведите-ка, матушка, дух. Что? Духу, духу возьмите. Да что вы, папенька? Здравствуйте, папенька. Ну вот и она. Ах ты, кралечка моя. Баловница. Здравствуйте, тетенька. Баловница. Ну, что ты делал, а? С кем танцевал вчера? Ах, папа, много. Мазурку с Михаилом Васильевичем. С Кречинским? Да, папа. Помилуй, матушка, ему пора бросить. А чего это? Мужчина в летах, ему уже под 40 будет. С чего это вы взяли? Лет 30, небольшие. Как он ловко танцует. Это чудо. Особливо вальс. Ну, уж молодец какой. Папа, папа. Не знаю, что он дался, это Кречинский. Конечно, мужчина видный, но приятный человек. Зато говорят, как в карты играет. И мой отец, всего не переслушаешь. Это все ваш Нелькин жужжит. Но он где слышит, где бывает. А кто нынче не играет? Нынче все играют. Игра игре рознь. А вот Нелькин карту в руки не берет. А вот вам Нелькин дался. Ах, вы бы его в свете посмотрели. Так, думаю, другое бы сказали. Ведь это просто срамота. Вчера вот выхлоптала ему приглашение у княгини. Стащила на бал. Что ж вы думаете, приехал. Залез в угол, да и торчит там, выглядывает, говорит, как зверь какой. Никого не знает. Вот что значит, сударь мой, в деревне-то сидит. Что делать, застенчив? Света мало видел. Это не порок. Не порок-то не порок, а уж в высшем-то обществе ему не быть. Ведь непременно вот Лидочку подцепит вальсировать. Танцует? Плохо. Того и гляди, ляпнется с ней со всего-то маху. Осрамит. Сами-то вы широко больно плывете. Не ляпнуться бы вам со всего-то маху. Ну уж, не ляпнусь. Посереть-то высшего общества. Не сесть бы вам в лужу. И в лужу не сяду. Вот то-то не сядьте. Не сяду, не сяду, не сяду. Что это, тетенька, вы все папеньку сердите? Не могу. Не могу. Вот дался ему Нелькин. Лида, что это ты с Кречинским говорила за мазуркой? Вы что-то очень говорили. Так, тетенька. По-французски? По-французски. До смерти люблю. Вот сама-то я не очень, а ужасно люблю. Ну, а ты теперь порядочно? Да, порядочно, тетенька. А какой у него хороший выговор? Очень хороший. У него это как-то ловко выходит. И он говорит это часто-часто, так и сыплет. А как он это говорит? Парблё. Парблё, 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 парблё. Очень хорошо. А чего это ты, Лида, никогда не говоришь парблё? Нет, тетенька, я иногда говорю. Ну, это очень хорошо. Что это ты какая скучная? Тетенька, я право не знаю, как вам сказать. Что, милая, что? Тетенька, он вчера за меня сватался. Кто? Кречинский. Неужели? Ну, что же он тебе говорил? Право, тетенька, мне так совестно. Только он говорил мне, что он меня так любит. Ну, ты что ж ему сказала? Тетенька, я ничего не могла сказать, я только спросила. Точно ли вы меня любите? Ну, а еще что? Я больше ничего не могла сказать. То-то я видел, ты всю какую-то ленту вертела. Ну, неужто ты так-таки ему ничего и не сказала? Ведь я же тебе говорила, как надо сказать. Да, тетенька, я ему сказала. Парля матанта та папа. Ну, вот так. Это ты, Лида, хорошо поступила. Ах, тетенька, мне плакать хочется. Плакать? Плакать? А почему плакать? Разве он тебе не нравится? Тетенька, очень нравится. Тетенька, милая тетенька, я его люблю. Ну, полно, полно. Ну, что ж,
Он человек прекрасный, знакомство большое, ведь он всех знает. Всех, тетенька, всех, со всеми знаком. Он на бале всех знает. Я только боюсь папеньки, он его не любит, он все говорит, чтобы я вышла за Нелькина. Не мой друг, это все вздор. Ведь отцу потому хочется за Нелькина, что он вот сосед, живет в деревне, имение рядом. Что называется, борозда к борозде, ведь вот почему ему хочется за Нелькина. Папенька говорит, что он добрый. Да, как же. И, моя милая, в свете все так. Кто глуп, тот и добр. У кого зубов нет, тот хвостом вертит. Если выйдешь за Кричинского, как он дом поставит, как он дом поставит, какой круг сделает, ведь у него вкус удивительный. Да, тетенька, удивительный. Тетенька! Наш солитер обделал. Это прелесть. Ведь вот лежала вещь у отца в шкатулке. А теперь, кто увидит, все просто в восхищении. Ну, так я с отцом переговорю. Тетенька, он мне говорил, что им надо ехать из Москвы. Скоро? На днях. Надолго? Я не знаю. Стало быть, ему надо ответ дать? Непременно надо. Ну, так я с отцом переговорю. Тетенька, ах, не лучше ли, чтобы он сам? Ну, вы же знаете, какой он ловкий, умный, милый. Ну, я не знаю. Делай, как хочешь. Я тебе не мать. Что вы, тетенька? Не оставляйте меня. Вы мне мать, вы мне сестра, вы мне все. Я даже не знаю, что со мной делается. Вот у меня сердце бьется, бьется. И вдруг так и замрет. Я не знаю, что это такое. Ничего, мой друг, это пройдет. Ох, тетенька, вы знаете, что я его люблю. Ах, как я его люблю. Тетенька, какое это слово. Люблю. Ты пьяная, Роза. Чтоб духу твоего здесь не было! Вот никак и отец идет. Мы сейчас и за дело. Ну что вы? Вот тащит меня ваш Михаил Васильевич набег. Что мне там делать? До рысаков я не охотник. Ну что ж, вы хоть людей посмотрите. Каких людей? Лошадей едем смотреть, а не людей. Что это, Петр Константинович, ничего-то вы не знаете. Там теперь весь бумон. Да провались он ваш, поп. Ай, черт возьми, да что за попущение какое? Я этому тихо все руки обломаю. Терпения моего нету. Матушка, я вам говорю, извольте эти звонки уничтожить. Ну нельзя, Петр Константинович, воля ваша, нельзя. У всех людей так. Да что вы в самом деле? Ну не хочу я, да и только. Ах, батюшка, да что же вы это кричите, господи? Чужих-то людей постыдились бы. Где же вы, Владимир Дмитриевич, пропали? Я уж тосковался по вас. Да, Петр Константинович, загулял совсем, все вот балы. Ну, Анна Антоновна, какой вы резкий колокольчик-то повесили. Ого. Ну? Не я один говорю. А впрочем, Петр Константинович, я вам скажу. Вчера на бале у княгини тоже того. Только что поднимаюсь на лестницу, освещено, знаете, как день. Дома-то я не знаю, прислуги гибель, все это в галунах. Поднимаюсь, знаете, на лестницу, да и посматриваю, куда, мол, тут. Как звякнет он мне над самым ухом, так меня словно варм обдало. Уж я не чувствую, как меня в гостиную ноги-то вкатили. Зато они вас хорошо и вкатили. А я вам, сударыня, говорю, что вы меня этими колоколами выгоните из дому. Да, вы, Петр Константинович, как собираетесь в Стрешнево? И не собираемся, батюшка. Вот разве после масленицы? А прежде что в деревне-то делать? Да, вон видишь, что в деревне делать? Толкуй вот тут с ними. Распоряжение, сударыня, надобно сделать к лету. Навоз вывести.
без навоза баликов давать не будете. А что же у вас Иван Сидоров-то делает? Неужели же он и навоз-то на ваза покласть не может? Не может. Не знаю. Чудно, право. Так неужели сам помещик должен навоз накладывать? Должен. Приятное занятие. От того вот все и разорились. От навозу. Да, от навозу. Петр Константинович, вы хоть другим-то этого не говорите. Над вами смеяться будут. Матушка, да я об этом не забочусь. Ах, царь небесный. Да ведь меня издергает. Я и так жить не могу. Понимаете ли, сударыня, я и так жить не могу. Что вы меня уморить хотите? Петр Константинович, доброе утро. Mesdames! Oh, comme vous êtes charmante aujourd'hui, si belle, si élégante. Et le bal d'hier, vous étiez la reine de ce bal, vraiment. Oh. Ни свет, ни заря, а уж тут. А скоморох. Право, скоморох. Что тут делать? Забавляет. Нравится. О, женщина. Что вам, женщины, нужно? Желтые нужны перчатки, лаковые сапоги, бакенбарды, чтоб войлоком стояли. И побольше трескотни. Ах, Лидия, Лидия. Анна Антоновна, Анна Антоновна, а это что у вас за вечевой колокол повесили? Вечевой? А как вечевой? Громогласный какой-то. Батюшка, Михаил Васильевич, отец родной, спасибо. От души спасибо. Что, Анна Антоновна, я уж сам чувствую, что не в меру. Что такое? Помилуйте, как что? Это ж напущение адское. Болен сделался. Именно вечевой. Вот тут как вечи какое собирается. Да, велик, точно велик. А, да он с пружинкой амарту. Знаю, знаю. Как тебе колоколов не знать? По твоей части. Это мне немец сделал. Да-да, он прекрасный колокольчик. Только его надо вниз, на лестницу. Его надо вниз. Ну вот оно, как гора с плеч. Эй, ты, Тишка! Тишка! Япанча! Понамай пустой колокольник, поди сюда. Снимай его, разбойника. Лидия Петровна, как вы отдохнули после вчерашнего бала? У меня голова что-то болит. А ведь чудо, как было весело. Чудо, как весело. Ну, Петр Константинович, а какая Лидия Петровна была хорошенькая, да какая свеженькая, да какая миленькая. Ну, просто залюбоваться надо. Остерегитесь, Михаил Васильевич. Вы ведь себя немного хвалите. Как себя? Вот, да. Ну, разумеется, папенька. Ведь Михаил Васильевич... Весь мой туалет придумывал. Мы его с тетенькой к совету брали. Что ты, неужели? Скажите, батюшка, как это у вас на все станет? И дело вы всякое знаете, и пустяк всякой знаете. Что делать, Петр Константинович, такой уж талант. А вот теперь не угодно ли пожаловать на двор, да обсудить мой талант по другой части? Что, что такое, куда на двор? А забыли? Право не знаю. А я вот даром, что туалеты советую, а помню. А бычка-то? А, да-да-да. Так что, вам его привели из деревни? Да уж он тут. Он у вас на дворе с полчаса бунтует. Любопытно. Любопытно взглянуть. Медам, мы сейчас. Вот что называется, Владимир Дмитриевич, светский человек. Шарман. Шарман, шарман, шарман. Да, он человек того, разбитной, веселый. Ну, а уж хорошего о нем мало слышно. Где, батюшка, слышно? В какой щели слышно? Страшный, говорят, игрок. Ну уж вы, батюшка, с вашими рассказами и понаскучили мне.
Извините меня. Кроме сплетней городских, ничего от вас и не услышишь. Ведь вы Москву не знаете, ведь вам что первый встречный скажет, то и несете. Так, батенька, жить в городе нельзя. Вы человек молодой, вы должны осмотрительно говорить, да и в знакомстве быть поразборчивей. С кем это вы на медне в театре сидели, кто такой? Да это так, Анна Антоновна, один здешний купец. Купец? Извольте, вот с купцом знакомство свели. Помилуйте, Анна Антоновна, он очень богатый купец, у него дом какой. Что? Что дом? И у его мещанина дом. Разве купец вам компания? Да и в публике. Но теперь из высшего-то общества кто вас увидит. Вот вас принимать-то и не станут. Да ведь я, Анна Антоновна, за этим и не гонюсь. К чему ж вы это говорите? Кто ж за этим гонит? Лидия Петровна, позвольте, я это так сказал. Уверяю вас, я не хотел... Ну, хорошо, хорошо. Бог с вами, отец мой. А вы ж лучше перестаньте о людях дурное говорить. Что человек есть, то он и есть. Михайло! Любезный мой Михаил Васильевич, благодарю. Благодарю, но того мне право совестно. Полностью, пожалуйста. Ей совестно, ну как же это? Лида, Лидочка. Ну что, папенька? Ты вот смотри, ты мне Михаил Васильевич бычка-то подарил. Ну что ж, хорош, папенька. Удивительный. Вообрази себе. Голова. Глаза, морда, рожки. Удивительные. Удивительные. Так он из вашего симбирского имения? Да, из моего симбирского имения. Так у вас симбирское имение? Да, имение. И скотоводство хорошее? Как же, отличное. Вы да скотина охотник. Охотник. О, Господи. И насчет укопу, так и того. Так и того. А вот уж до деревни, кажется, нет. Кто вам сказал? Да я обожаю деревню. Деревня, летом, рай. Воздух, тишина, покой. Выйдешь в сад, в поле, в лес... Везде хозяин, все мое, и даль-то синяя, и та моя. Ведь прелесть. Да так-то я сам чувствую. Встал рано, да и в поле. В поле стоит теплынь, благоухание. Там на конный двор, в оранжерее, в огород. А на гумно? И на гумно все живет, везде дело, тихое, мирное дело. Вот. Тихое, мирное дело. Вот, Анна Антоновна, как умные-то люди говорят. Занялся, обошел хозяйство, аппетиту добыл домой. Вот тут что нужно, Петр Константинович, скажите-ка, что нужно? Чай. Решительный чай. Нет, не чай. Нужнее чаю. Выше чаю. Не знаю. Эх, Петр Константинович, вы ли не знаете? Да право, не знаю. Жена нужна. Правда, совершенная правда. Да какая жена? Стройная, белокурая, хозяйка, тихая, безгневная. Пришел, взял ее за голову, поцеловал в обе щеки. Здравствуй, мол, жена. Давай, жена, чаю. Ах, батюшки, вот манера-то. Это к жене-то хоть и не причесываться. Полноте, Анна Антоновна. Жены не сердятся, когда им мужья прически мнут. Когда не мнут, вот обида. А самоварушки пить. Смотришь, и старик-отец идет в комнату, седой, как лунь, костылем попирается, жену благословляет. Тут шелунишка внучек около него вьется. Матери боится, а к дедушке льнет. Вот это я называю жизнь. Вот это жизнь в деревне. Что ж, Лидия Петровна, вы любите деревню? Очень люблю. Да когда же ты деревню любила? Нет, тетенька, я люблю. Я, Михаил Васильевич, очень люблю голубей.
Я их сама кормлю. А цветы любите? Да, и цветы люблю. Ах, мой создатель, теперь она все любит. Однако мы заболтались. Уж час, Петр Константинович, нам пора, опоздаем. Да вы принарядитесь, народу ведь гибель будет. А что? Ну что ж, пожалуй, мы тряхнем деревенщины. Отказать-то нельзя, человек любезный. И точно, принарядитесь, папашенька. Право, принарядитесь. Что это вы все стариком-то прикидываетесь? Ангельчик, вы мой. Пойдемте. Браво, Лицедро, браво. Трошки вот так хорошенько. Что он сам-то? Я-то прикидывался. Кузина, кузина, tu es fraîche comme un praline. Кузина, кузина, embrasse ton cousin Germain. Au feu le pompier, la maison qui brûle. Au feu le pompier, la maison qui brûle. C'est pas moi qui l'a brûlé, c'est le petit gendarme. Как же вам, Анна Антоновна, нравится моя картина деревенской жизни? Неужто вы точно любите деревню? Что, я? Что? Да я нарочно. Как нарочно? Ну почему же не повеселить старика? Да, ему это такое удовольствие, когда деревню хвалят. Ну вот видите. А я желаю, Анна Антоновна, чтобы вы узнали истинную причину моих слов. А какую же это причину? Анна Антоновна, кто вас не оценит? Кто не оценит воспитание, какое вы дали Лиде Петровне? Вот, Михаил Васильевич, представьте себе... А Петр Константинович все бронит меня. Кто, старик? Ну, Анна Антоновна, его извинить надо, ведь он хозяин. А эти хозяева, кроме скотных дворов и удобрений, ничего не видят. Да, представьте себе, он мне только вот нынче утром говорил, что все разорились от того, что оного не хлопочет. Ну, так и есть. Видите, какие понятия? Теперь ваш дом, ведь прекрасный дом, в нем все есть. Одного нету. Мужчины. Будь теперь у вас мужчина, это, знаете, ловкий, светский, совершенный комильфо, и дом ваш будет первый в городе. Да, я сама так думаю. Я долго жил в свете и узнал жизнь. Истинное счастье – это найти благовоспитанную девочку и разделить с ней все. Анна Антоновна, прошу вас, дайте мне это счастье, в ваших руках судьба моя. Но, каким же это образом? Я вас не понимаю. Я прошу у вас руки вашей племянницы, Лидии Петровны. Счастье Лидочки для меня... дороже всего. Я уверена, что с вами она будет счастлива. Анна Антоновна, как я благодарен вам. Вы еще не говорили с Петром Константиновичем? Нет, еще. Его согласие необходимо. Знаю, знаю. Оно мне колом в горле стало. А как вы говорите? Я говорю, что благословение родительское – это такой, как вам сказать, камень, на котором все строится. Да, это правда. Как же нам с ним сделать? Я, право, в нерешимости. А вот что. Теперь, кажется, минута хорошая. Я сейчас еду на Биг. Меня теперь там дожидается все общество с князем Владимиром Бельским, у меня большое пари. А вы его задержите здесь, да и введите в разговор. Скажите ему, что я спешил, боялся опоздать, меня-то все дожидаются. Да к этому-то и объясните мое предложение. Хорошо. Понимаю. Прощайте. Поручаю вам судьбу мою. Будьте уверены, я все сделаю. Прощайте. Ага, вот какая шуточка. Ведь это целый миллион в руку лезет. Миллион. Эка сила.
Форсировать или не форсировать? Вот вопрос. Пучина. Неизведомая пучина. Банк. Теория вероятности и только. Но какие здесь вероятности? Против меня папаша, раз. Хоть и тупеник, да до фундаменту охотник. Нелькин, два. Но это, что говорится, ни швец, ни жнец, ни в дуду и грец. Теперь за меня. Вот этот вот вечевой колокол, раз. Лидочка, два. И... да, мой бычок, три. О, бычок штука важная. Он произвел отличное моральное действие. Как два к трем. Хм. Надо полагать, женюсь. Господи, не во сне ли я? На ком? На Лидии Петровне? Ну нет, хороша ягодка, да не для тебя зреет. Ведь давеча и голубя пустил. Жена, говорит, нужна. Жена и черт знает чего не насказал. Остряк, лихач, разудаль проклятая. А старика-то все-таки не вшибешь. Он, брат, на трех сваях сидит, в четвертую уперся. Да вот я помогу, так не вшибешь. Что ты нам с парадного крыльца Росаков показываешь? Мы вот на заднее заглянем, нет ли там кляч каких? Городская птица. Вперед кармазинный, а зад-то крашенинный. Постой, постой, я тебя отсюда выкурю. У тебя грешки-то есть. Мне уж в клубе сказывали, что есть. То есть всю подноготную дознаю, да потом прямо к старику. Что вы, мол, сударь, смотрите? Себя-то поберегите. Владимир Дмитриевич... у нас, что ли, обедаешь? У вас, Петр Константинович. У вас. Я их знаю. Им повадку дай, копейки платить не будут. Кондратий, слышишь? Так и напиши. Всех в изделье. Михаил Васильевич, да где же он? Я так и знал. Ты Акиму-то напиши. Я его в изделье упеку. Он чего смотрит? Брюхо-то растит. Брюхо на прибыль, а оброк на убыль. Порядок известный. Михаил Васильевич. Вот вам, сударыня, и московское житье. Что такое? А вот что. По Головкову 7000 недоимки. Серебром. О, серебром. Что, уж совсем рехнулись? Что же это у вас Иван Сидоров-то делает, а? А вот вы съездите к нему, да спросите, что ты, Иван Сидоров, делаешь? Ух вы! Михаил Васильевич, да где же он? Он уехал. Заспешил так, говорит, боюсь, опоздаю. Набег уехал? Да, набег. Его там все дожидаются. Рысаки, общество. У него пари какой-то. Ну, я его там найду. Мне с вами надо словечко сказать. Вы останьтесь. О, теперь останьтесь. Что я вам как пешка дался? То ступай, то не езди. Мне до вас дело есть. Дело? Какое дело? Опять пустяки какие-нибудь. Ну вот увидите, но положить к шляпу-то. Я сейчас имела продолжительный разговор с Михаилом Васильевичем Кричинским. Да вы всякий день с ним имеете продолжительный разговор. Всего не перескажете. Ну вот и очень ошибаетесь. Я удивляюсь, что вы ничего не понимаете. Ни черта не понимаю. Однако человек ездит каждый день. Прекрасный человек. Светский. Знакомство обширное. Ну, с ним и целуйся. Да, у вас, сударь, дочь? Я 20 лет знаю, что у меня дочь. Мне ближе знать, чем вам. И что, и вы ничего не понимаете? Ничего не понимаю. О, Господи. Что такое? Уж не сватовство ли какое? А разве Лида ему не невеста? Чего же человек в летах? Разумеется, не молокосос. Лидочка за него не пойдет. Ну, не пойдет, так не отдадим. Ну, а если пойдет, что вы скажете? Кто, я? Да. Скажу я.
Таранта. Что ж это таранта? Бестолковщина, сударыня. Вздор. Да не вздор, сударь. Я у вас толком спрашиваю. А толком спрашиваете, так толком надо и подумать. А что ж тут думать? Ведь вы думанием дочь замуж не отдадите. А что же? Очертя голову первым встречным ее нацепить на шею? Надо знать, кто он такой. Какое у него состояние? Что ж у него паспорт спрашивать? Не паспорт, а знать надо. А вы не знаете. Ездит человек в дом зиму целую, а вы не знаете, кто он такой. Видимо, и сударь дело. Везде принят, в свете известен. Князья, да граф и ему приятель. Какое состояние? Ну, он же вам сейчас говорил, что у него в Симбирске имение, да и бычка подарил. Какое имение? Имение рознь. Ну уж видно, что хорошее имение. Вот его нынче целое общество дожидается. А без имения общество дожидаться не будет. Вы говорите, а не я. Ну, а что вы-то говорите? Какое у него имение? Да что вы, батюшка, ко мне-то пристали? Ну что вы ко мне пристали? Ну не кричите, батюшка, я не глухая. Вы мне скажете... Петр Константинович, ну чего вам-то хочется? Богатство, что ли? Что у Лидочки своего-то, что ли, мало? И что это, отец мой, за алчность какая? Все копите и все мало. Лишь бы человек был хороший. А хороший ли он? Могу сказать, прекрасный человек. Прекрасный человек, а послушаешь, карты играет, по клубам шатается, должишки есть. Ну, а может и есть. А у кого их нет? Кто в долгу, тот мне не зять. Право. Ну так поищите. Что делать, я поищу. Ну и сами поищите. Сам и поищу. А дочери в девках сидеть? Делать нечего, сидеть. Не за козла же ее выдать. Ну, Михаил-то Васильевич, козел, что ли? Не видите, матушка, дух. Что? Духу возьмите. Да что, сударь, я вам шутиха, что ли, досталась? Говорить-то вам нечего. Ничего. Что ты? Ничего. Мне говорить нечего, так я вам вот что скажу. Вам он нравится, и Лидочке нравится, да мне не нравится. Так и не отдам. Вот, давно бы так. Вот оно и есть. Так по вашим капризам дочери несчастной быть. Ну, отец, да что же вы ей такое? Злодей, что ли? Кто злодей? Это я-то? Я-то? Да, вы. Нет уж вы. Анвей. Нет вы. Анвей. Нет вы. Да что вы меня пальцем-то тычете? Тетенька! Тетенька! Нету. Нету моего терпения. Делай, матушка, как хочешь. Что это? Что, папенька? Ничего, мой дружок. Мы тут так с теткой говорили. Да что, дружок? Какой дружок? Вы скажите дружку-то, что вы такое говорили? Ну что ж вы, стихи? Я сюда не стих. Мне стихать нечего. Тетенька, милая тетенька, пожалуйста, прошу вас. Да что ты меня-то уговариваешь? Ведь я не дура. Ну что ж вы, сударь, стали? Спрашивайте, ведь он ответу ждет. Ну вот я и спрошу. Скажи мне, Лида, ты пойдешь замуж против моей воли? Я, папенька, нет. Нет, никогда. Вот видите, тетенька. Я, тетенька, в монастырь пойду, к бабушке. Мне там лучше будет. Монастырь, да Господь с тобой, да что ты? Ну вот погоди, мы подумаем. Ну не плачь, мы подумаем. Господи, да что же? Боже мой, Михаил Васильевич. Ну, Галка Константинович, век мы прогуляли. Что такое? Ничего, говорит, хочу подумать. А вы рассердились? Нет, ничего. Петр Васильевич, скажите, что это у вас? Позвольте с вами поговорить откровенно, ведь это лучше, я человек прямой. Дело объяснится просто, и никто из нас претензий не будет, ведь это же ваш суд, вашей воли. Это мы промеж себя, у нас так разговор о другом. О другом? Не думаю и не верю. По-моему, в окольных дорогах проку нет. Это не мое правило. Я прямо действую. Вчера я сделал предложение вашей дочери. Нынче я говорил с Анной Антоновной, а теперь и сам перед вами. Но ведь это так трудно. Это такая трудность, что я попросил бы вас дать нам некоторое время пораздумать. Я полагал, что вы имели время раздумать. Да нет, мне Анна Антоновна только что сообщила. Я не об этом говорю. Я уже несколько месяцев езжу к вам в дом, и вы имели время раздумать? Да нет, я ничего не думал. Вина не моя, а ваша.
Больно вам не думать, когда вы знаете, что без особенной цели благородный человек не ездит в дом и не компрометирует девушку. Да, конечно. Поэтому я буду просить вас не откладывать вашего решения. На днях мне непременно надо ехать, я об этом говорил, Лидия Петровна. Да как же это? Я право не знаю. Что вас затрудняет? Мое состояние? Да, и состояние. Да ведь вы его видите, я не в щели живу. Я поступаю иначе, а приданом вашей дочери не спрашиваю. Ну что же ее-то придан? Она у меня одна. И я у себя один. Да все это так, Михаил Васильевич. Но в этих делах нужна, так сказать, положительность. Скажу вам и положительность. Мне своего довольно. Дочери ваши своего тоже довольно. Если два довольно сложить вместе, в итоге нужды не выйдет? Да нет, ну разумеется, нет. Так вы богатство не ищете? Да нет, я богатство не ищу. Так чего же? А, вы, может быть, слышали, что мои дела расстроены? Признаюсь вам. Был такой разговор. Кто же из нас живучий в Москве не расстроен? Мы все расстроены. Ну, сами-то вы устроили свое состояние с тех пор, как здесь живете. Куда, помилуйте? Это омут. Именно омут. Нашему брату-помещику одно зло это город. Великое вы правду сказали. Одно зло это город. Я из Москвы еду. Да неужели в деревню? Да, в деревню. Да разве вы любите деревню? Эх, Петр Константинович, есть у вас верное средство, чтобы вокруг вас все полюбили деревню. Друг друга мы любим. Горячо любим, так и деревню полюбим. Будем с вами. От вас ни шагу. Хлопотать вместе и жить пополам. Папенька, милый папенька. Вы помните, что я давеча говорил, седой старик со внуком? Ведь это вы. Папенька, папенька, ведь это же вы. Нет, нет, позвольте, как же это, позвольте. Я и не думал. Ничего вы, Петр Константинович, больше не придумаете. Это, батюшка, судьба, воля Божия. Может, и действительно воля Божья. Ну, благослови, Господи. Вот, Михаил Васильевич, вот вам и рука. Только вы смотрите. Что? Вы сдержите слово о седом-то старике. Вот вам порука. Что? Верить? Дай ты, Господи. Анна Антоновна, благословите нас и вы. Вот, он меня же не забыл. Дети мои, будьте счастливы. Ах, тетенька, милая тетенька, боже мой, как мое сердце бьется. Теперь ничего, это к добру. Ну ты, моя душенька, не будешь плакать, а? Ах, папенька, как я счастлива. Ну, Петр Константинович, а какой мы скотный двор сделаем в Стрешневе. Увидите, ведь я хлопоту. Ой, Лиз. Ей-ей, слушайте меня. Всю тирольскую заведем. Да на того она нежна очень. Нет, не нежна. Да право, нежна. Что? Что это? Кто нежна? Скотина. Хе-хе-хе-хе-хе. Вот какую нанесло. Вот какую нелегкую нанесло. Поверить невозможно. Четвертый день уж и не топим. И покои холодные стоят. А что ж делать-то? Не топим. Когда в Петербурге-то жили, Господи, Боже мой, что денег-то бывало.
Какая игра-то была. И ведь он целый век такой-то был. Деньги ему солома. Так, дрова какие-то. Еще в университете кутил порядком. А уж как вышел из университета, тут и пошло, как водоворот какой. Знакомство, графы, князья, дружество, попойки, картеж. И без него молодежь и дыхнуть не может. Теперь женский пол опять тоже. Какое количество их у него перебывало, вообразить не можно. По вкусу он им, что ли, пришелся. Ну, просто отбою нет. Это письма, записки, цидули всякие. А там и лично. И такая идет каша. И просят-то, и любят-то, и ревнуют, и злобствуют. А ведь была одна такая... Такая одна была, богатеющая. Из себя могу сказать, красоточка. На коленях перед ним по часу стоит, бывало, ей-ей. И богатая, руки целует, как раба какая. Власть имела. Власть. Просто власть. Сердешная. Денег. Я думаю, тело бы свое за него три раза прозакладывало. Ну нет, говорит, мне бабьих денег не надо. Я, говорит, этих денег не хочу. Сожмет кулак. Человек сильный. У меня, говорит, деньги будут. Я гулять хочу. И пойдет. Наведет садом целый. Кутит так, что страхи берут. До копейки все размечет. Совсем истерзалась и потухла. Слышно, за границей где-то и померла. Да, было, было, батюшки мои. Все было, и быльем поросло. А ведь теперь и сказать невозможно, что такое. Именье в степи было. Ему и звания нет. Рысаков спустили. Серебро давно спустили. Даже одежи хватили несколько. Просто омут какой-то. Омут. Все взяла нелегкая. Да, хорошие товарищи, то есть бойцы-то подстали. А вот навязался нам на шею этот Расплюев. Ну что от него толку? Как говорится, трем свиньям корму не раздаст. О! Ни свет, ни заря. А уж ты корми его. Колоды ему подбирай, как путному. Мне, говорит, братец, нельзя. Я в таком обществе играю. Фу, какое общество. Вчера отправился куда-то. Ухватил две колоды. Что есть лучшего подбора? Может, и поработали, дай ты, Господи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе.
Идти впустить. Что ж, ты уж и пускать не хочешь, что ли? Виноват, Иван Антонович, не дослышал. Ах ты, жизнь! Что-то не в духе. Боже ты мой, боже мой, что ж это такое, а? Вот, батюшки мои, происшествие-то. Голова, поверьте, вот что. Деньги, карты, судьба, счастье. Злой, страшный бред. Жизнь. Ведь было времечко, было состояниеца. Съели проклятые, потребили все. Нищ и убог. Ну что ж, Иван Антонович, была игра, что ли? Была игра. Ну уж могу сказать, что была игра. Ой-ой-ой, боже мой, боже мой. Что это вы? Боже ты мой. Раньше что вышло? Фу, вот что вышло. Ну что делать, каюсь. Подменил колоду. Попался. Ну, га-го, и пошло. Ну, не ударь. И раз ударь, и два ударь. Ну, удовольствуй себя, да и отстань. А это что это такое? Ведь да бесчувствие. Вижу, я делаю плохо. Приятель, разгорелись, понапирают. Я был и за шляпу. Ты Семипядова знаешь? Что-то не припомню. Благопротивнейшая. Вот этакая рожа. Ведь и не играл. Как потянется из-за стола. Рукава заправил. Дайте, говорит, я его боксом. Кулачища. Во какой. Как резнет. Фу ты, Господи. Я, говорит, из него и дров, и лучины нащиплю. Ну и нащипало. Иван Антонович, в карты, сударь, играть не лапти плести. Вот и поучили. Какое же учение? Собаки той нет, которая бы такую трепку вынесла. Так это ж не учение. Просто дневной разбой. Ха-ха, разбой. В чужой карман лезете, как же не резнуть. Всякое резнет. Уж какая, я тебе скажу, силища. О-о-о. Бывал я в переделах. Но этакой трепки, могу сказать, не ожидал. Бывал, и сам сдачи дашь, и сам вкатишь в рыло. Потому рыло есть вещь первая. Но нет, вчера не то. Нет, не то. У него стало правило есть. Ведь вот не бьет собака наотмашь, а тычет кулачищем-то прямо в рожу. Ну, меня на этом не поймаешь. Я, брат, ученый. Я, брат, сам по 10 суток сидел рылом в угол без работы и хлеба насущного. С какими фонарями. Так я это дело знаю. Ты опять продулся? Я продулся. С чего это вы взяли? Ну, я слышу, ты мне не финти, пустая голова. Чем же я пустая голова? За что вы меня каждодневно ругаете? Господи, что за жизнь такая? Эх ты, простоплет, колесо холостое. Мели воду ты, мели, помолу не будет. Стоишь ли ты хлеба? На харчи-то себе выработал ли, а, осел? Ведь я не из человеколюбия тебя держу. Ведь я не член благотворительных обществ. Так за мой хлеб мне надо деньги. Их и подавай, черт возьми, понял? Ну что уткнул нос-то в землю? Говори, где был вчера? Да я вот тут. Вот. Денег принес? Нет, не принес. Ну так подай, что взял на медне на игру. Лишен. Всего лишен. Как лишен? Отняли. Все отняли. Чурбан, вижу, и деньги взяли, и поколотили. Тряхнул бы тебя так, чтобы каблуки-то вылетели. А не успокойся, Михаил Васильевич, их уж нет, вылетели. Уж тряхнули, довольно будет. А уж какая, я вам скажу, силища, Михаил Васильевич. Ну, я, говорит, его боксом. Боксом.
Михалыч, позвольте, однако, спросить, что это такое бокс? Тебе бы знать надо. А вот это-то и есть, Иван Антонович, бокс. Английское изобретение. Так это бокс? Английское изобретение? Боже мой, скажите, англичане, это англичане, это образованный это народ. Просвещенные мореплаватели. Надо мне достать денег непременно, во что бы то ни стало, надо денег и денег. Они знали, что денег нет и достать их негде, но не ожидал. Англичане, образованный народ, мореплаватели. А? Как ты говоришь? Я говорю, образованный это народ, англичане-то, а? Да ты совсем уж ум потерял. Ему о деле говорят, а он черт знает, что мерит. Слушай, я весь тут, весь по горло, денег, просто денег. Ступай и достань во что ни стало. Все будущее, вся жизнь, все зависит от каких-нибудь 3000 рублей серебром. Ступай и принеси, слышишь? Душу заложи, да что душу? Украть, а принеси. Ступай к Беку, к Шпренгелю, к Старову, ко всем ростовщикам. Давай проценты какие хочешь. Ну, 100 000 положи, а привези мне деньги. А ты смотри, ты не являйся с пустыми руками. Я тебе как курицу задушу, чтоб были. Дело вот в чем. Я женюсь на Муромской. Богатая невеста, знаешь? Вчера дано слово, и через 10 дней свадьба. Михаил Васильевич, что вы говорите? У меня в руках 1500 душ, и ведь это 1,5 миллиона, 200 000 чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона. И выиграю, выиграю наверняка, составлю себе дьявольское состояние, и кончено. Покой, дом, дура, жена и тихая почтенная старость. Тебе дам 200 000. Состояние на целый век, привольная жизнь, обеды, почет, знакомство, все. 200 000 обеды. Только для этого надо денег. Надо дотянуть нашу канитель 10 каких-нибудь дней. Без 3000 я завтра банкрут. Щебни в галет подадут ко взысканию, расскажут в клубе, выставят на доску и все кончено. Понял ли? Понял ли, до какой петли, до какой жажды мне нужны деньги? Выручай. Михаил Васильевич, батюшка, от одних слов ваших все мои косточки заговорили. Иду! Иду! Боже! Ну, я думаю, он это дело обделает. Он на этот такиловок обрыщет весь город. Эти христопродавцы меня знают? Неужели не найдет, а? Боже, как бывают иногда нужны деньги. Какие бывают иногда минуты жизни, что решительно все понимаешь. А коли их нет... Коли расплюев не принесет ни копейки, коли этот сытый миллион сорвется у меня с уды от какой-нибудь плевой суммы в 3000 рублей, когда все сделано, испечено, поджарено, только в рот клади. Ведь сердце ноет. Скверно то, что в последнее время связался я с такой шушерой, от которой кроме мерзости и неприятности ничего не будет. Порядочные люди, эти чопорные бары, стали от меня отчаливать. Ха-ха. Видно, запахло. Пора кончить. Или переменить декорации. Верим мы подчас примете в нашем деду не грех. И вот как нарочно подвертывается эта благословенная семейка Муромских. Глупый турвальца завязывает самое пошлейшее волокитство. Дело ведено лихо. Вчера дано слово, и через 10 дней я женат. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете, друзей и поклонников куча. А, да что и говорить. Игра-то какая. Игра-то. Ведь с 200 000 можно выиграть гору золота. Можно. Должно. Просто начисто обобрать всю эту сытую братью. Эй, рыбак, закинь-ка сети, есть надежда на успех. Однако к этому старому дураку я в дом не перееду. Нет, спасибо. Лидочка, мне надо будет прибрать покрепче в руки. Задать, как говорится, хорошую дрессировку. Смять комок, чтобы писку не было. А то ищите писки. Ну, да кажется, это будет и нетрудно. Ведь эта Лидочка, это черт знает, что такое. Какая-то пареная репа. Нуль какой-то.
самому махнуть в Петербург. Вот там так игра. А здесь что, так мелюзга, дребедень? Михаил Васильевич, купец Щебнев. Прикажете просить? Вот она, действительность-то. Дуралей. Он сказал, что дома нет. Нельзя, Михаил Васильевич, ведь этот народ не такой. Он ведь спокойно 8 часов высидит передние. Ему ведь все равно. Ну, проси. Здравствуйте, Тимофей Тихонович. Наше почтение, Михаил Васильевич. Все ли в добром? Да что-то не так здоровится. Маленько простудились. Должно быть. По вчерашней игре с вами счетец есть. Прикажите получить. Ведь я вам вчера сказал, что доставлю к вам лично. Да, это точно так, Михаил Васильевич. Только, правда, нам деньги нужны. Так сделайте одолжение, прикажите получить. Право, по чести вам говорю, теперь у меня денег нет. Я ожидаю денег с минут на минуту и доставлю к вам немедленно, будьте покойны. Ну, что в клубе делается? Ничего-с. Кто вчера после меня играл? Да все те же. Так как же, Михаил Васильевич, уж вы сделаете одолжение. Однако странный вы человек, Тимофей Тихонирович. Ну, судите сами, могу я разве вам отдать, если у меня денег-то нет? Ну, просто нет. Кулаком, что ли, мне их из стола вышибить? Так-с. Дело, как вам угодно, как вам угодно. Так вы не обидитесь, Михаил Васильевич, если мы нынче того по клубу занесем в книжечку? Как в книжечку? То есть в книгу запишете? Да. Так это же дело обыкновенное. Как обыкновенное? Это значит человека осрамить, убить на месте. Ведь об этом нынче будет знать весь клуб, а завтра весь город. Да уж, конечно. Это дело обыкновенное. Обыкновенное для вас. Да необыкновенное для меня. Я всю жизнь свою расплачивался честно и аккуратно. И на вас. Именно на вас, милостивый государь, я ждал по 3 месяца деньги, помните? Это точно так, Михаил Васильевич. Мы вам завсегда благодарны. А теперь уж вы не беспокойте себя. Сделайте одолжение, прикажите получить. А то что ж делать, необходимость? Да какая ж необходимость? Позвольте, разве вы теряете право записать меня в книгу завтра и послезавтра? Ведь вы его не теряете. Да это точно так-с. Так зачем же нынче? Да так уж порядок требуется. Получения нет, но мы в книжечку. Да что вы в самом деле? Разве я вам в платеже отказываю? Я прошу вас из чести подождать 2-3 дня, ведь я же ждал на вас деньги 3 месяца. Это истина. Это точно так, Михаил Васильевич. А уж теперь, прав, Михаил Васильевич, прикажите лучше сделать расчетец. Ей-ей нужда. Да камень вы этакой, черт возьми. Ведь вы нарочно пришли сюда, дурака разыгрывать, что я не могу вдолбить вам голову, что теперь, в сию минуту, у меня денег нет, и отдать их не могу. Не имею никакой возможности, поняли? Ну что же, Михаил Васильевич, горячиться извольте. Это дело обыкновенное. Как вам угодно. Наше почтение. Однако я нынче вечером, едучи в клуб, заверну к вам по дороге. А вы уж сделайте одолжение, прикажите приготовить. Что приготовить? То есть... Опять насчет денег. Наше почтение. Стойте! Стойте! Ведь это делать нельзя. Ведь я сел с вами играть, как с порядочным человеком. А порядочный человек, сударь, без нужды не душит другого. Без крайности бревном другого не приваривает. За что вы меня душите? Что я вам сделал? Ну скажите, что я вам сделал? Как вам угодно, Михаил. Ну, если бы вы были тоже без денег, как и я, ну, конечно, иное дело. А ведь вы же капиталист.
Ведь у вас деньги-то лежат в ломбарде. Вам они сейчас не нужны. Ведь я вам ничего не сделал. Я сам их ждал на вас, тогда как вы на них проценты брали. Помилуйте, что вы... Ну да не в том дело. За что же меня так безжалостно жмете? Долблёй по голове приканчиваете. За что? Что я вам сделал? Наше почтение, Михаил Васильевич. Хам! Хам. Запишет. Как пить даст, запишет. Влепит своим хамским почерком имя мое в книгу. И как гром какой разразится по Москве весть. И кончено, все кончено. Свадьба пошла на фуфу. От этого проклятого миллиона остается дым какой-то, чад, похмелье и злость. Да, злость. Ну, признаюсь, не посоветовал бы я. А, здоры, пустяки. И пришлось бы от мне с кульком за плечами улепетнуть за заставу в предупреждении вот этого. Бродяга, а? Фу, тяжело. Тяжело, душно. Все. Все зависит от Расплюева, а? Сосчитать, что тут надо. Тому 1500. Но теперь этому 1200. А теперь тому волку непременно 1000, не сытую так глотку заткнуть, а то ведь ревет. А, горло вон какое. Ну, мелочных 500. Ну, 600. Просто никаких денег не хватит. Михаил Васильевич, извозчик пришел, он там, сударь, просит денег. Шею. Слушаюсь. То есть вот как, 3000 серебром повернуть некуда, как капля в море. А свадьба-то? Свадьба? Да на что же я свадьбу-то сделаю? Ведь тут расходы, неизбежные расходы. Всякому дураку подарки давай, всякий скот на водку просит. Тут эти букеты, конфеты, дичь всякой, какие-то бессмысленные корзинки, дурь безмерная, все деньги, деньги. Брачка пришла, денег просит. Шею. Слушаюсь. Михаил Васильевич, у вам дровяник еще часа два стоит. Да ты что, с ума сошел, что ли? Дело не знаешь. Что ты лезешь ко мне с пустяками? Ну, воля ваша. Просто никаких даже средств нет. Я уж всячески. Ну! Ну! Ну, смотрю, за твои деньги. Ой, нет, 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 нет. Знал. Позвольте, залог ты его. Вот залог. Приказал приказал доставить мне денег. Залогом, залогом. Николай. А тебе разбой. Велел украсть, обворовать. А достать мне денег. А? Он говорит, нет денег. Врет! В каждом доме есть деньги. Непременно есть. Надо только знать, где они. Где лежат? Где лежат? Вон, а! Для стола в 24 часа по 2 трёпки. Ведь жить нельзя. Ведь всякая собака со двора сбежит. Вот теперь пудель, верная собака, и тот сбежит. Ну, положим, та была боксена, английская, а это ж какая она? Это, кажется, уж самодельщина. Куда махнула? Горячий какой, налетел. Что тут делать?
что тут делать? Первое, не дерись. Боже мой, родятся люди в счастье, в довольстве, во всех приятностях жизни. И живут себе, могу сказать, пиршествуют. Но родится же вот такой барабан. И колотят его с ранней зари и до позднего вечера. Вот как видите. Но родись я худенький, тоненький, хиленький. Ведь не жить бы. Ей-ей, не жить. Вот как скажу, от вчерашней трепки. Полагаю, не жить. От докучаевской истории не жить. Ну, от попойки 3-го года в Курске. То есть, не-не-не-не, ни под каким видом. И вот невредим, жив. И так скажу, ну, дать то есть поведать, задать, что называется, Храповицкого, то есть, как стрёпанный. А денег-то, брат, нет. И тут нет. Да нет уж, нет, одерешься. Что, взял? Ну, что он роется? Что он роется в старом хламе? Денег ищет. Голубчик, я знаю, что там. Там ничего нет. Старые заемные письма, неплоченные счеты. Вот, стразовую побрякушку ухватил. Она грош стоит. Ба! Эврика! Ого, дурь понес. Видно, жутко. Нужда не свой, брат. Эврика, Эврика! Родитель, то он спятил. Ей-ей спятил. Эврика, значит, по-гречески нашел. По-гречески? Окончилось наше земное странствие. Голубчик, свезут тебя, друга милого, в Преображенскую и посадят тебя, раба Божия, на цепуру. И покончилось наше земное странствие. Плоховато, плоховато. Однако не качнул он меня с безумных-то глаз. Вишь мне, судьба какая. Уберусь-ка я от него по добру, по здорову. Да и коло стало. Деденьки мои, деденьки мои, деденьки. Так ли? Верно ли? Не ошибаюсь ли? Смотри, брат, какие колена строит. Так? Так. И так. Ура! Ура! Нашел! Решительно нашел! Важно. Каково коленца? Ведь это что? Я тебе говорю, рехнулся. До фундаменту рехнулся. Батюшка Михаил Васильевич, что это вы, а? Выкушайте стакан воды. Что с вами, батюшка? Иллади колонию извольте. Да что вы, батюшка, не в этаких пределах бывали. Выберемся отсюда. Слово скажите, на себя вынесу. Что ты, Федор, что ты? Я ничего. Ой, господи, голубчики, батюшки. Эй, Расплюев! Ступай сейчас, знаешь, к этому, как его? Ну, вот тут, на Петровке, к Фомину. И закажи сейчас букет бальный, самый лучший, чтобы весь был из белых камелий. Понимаешь, чтобы они только белые были. Ступай и привези сию минуту. Что я тебе говорю-то, Федор, а? Копейки сущи нет, он, голубчик. Целковых 50 букет ломит, а? Ох, батюшки мои, батюшки. Что делать нам, Федорушка? Что нам сиротинкам делать? Ну что, ты еще здесь? У тебя, может быть, уши заложило, я ототкнул. Слышал ли, что приказано? Помилуйте, Михаил Васильевич, какие же деньги-то? Копейки сущи нет. Помилуйте, что вы, на что я вам куплю букет? Ступайте, Иван Антонович, ступайте, слышите, барин на приказ. Куплю, где день копейки сущи нет? Ступайте вам. Вот тебе деньги, чтоб через полчаса был у меня вот здесь, на столе. Слышал? Ну! Теперь. Да, теперь надо мне написать письмо к Лидочке, чтобы было готово. Время дорого. За дело.
пьет Иван Антонович. Не рехнулся барин. С соколом сидит барин, а не рехнулся.